место занимают не только ее собственная композиторская работа, но и также ее опыты в качестве транскриптора, в качестве человека, делающего весьма интересное и крайне тонко продуманное переложение. И сейчас прозвучит один из таких примеров ее творчества. Это ее переложение 4 лирических пьес Грига. Сама она изначально делала эту обработку для флейты и фортепиано. Но на нашем концерте, поскольку у нас программа «Саксофон 21 века», у нас прозвучит это в варианте с саксофоном и фортепиано. Пьеса следующая, пьеса все очень широко известная, прозвучит, значит, первая пьеса «На родине», вторая пьеса «Халлинг», третья «Вальс» и четвертая «Танец эльфов». Именно в таком порядке. И исполнят этот цикл на двоих по две пьесы каждый. Первые две исполнят Виктория Антипкина на саксофоне, а третью и четвертую исполнит Богдан Шохов. Это также студенты Ивана Дымы в музыкальном колледже при Институте музыки имени Шнитке. Итак, Эдвард Грик, Татьяна Смирнова, 4 лирические пьесы исполнителя. Я вам еще представлю еще раз. Виктория Антипкина, Богдан Шохов.